В минувшем году в межмуниципальное управление МВД России Одинцовская поступило более 84 тысяч заявлений и сообщений о преступлениях и административных правонарушениях. И этот показатель остался на уровне 2017 года. Принимаемые меры профилактического характера мы с вами добились снижения общего количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на 2,7%, а также преступлений таких видов, как грабежи на 16,3%, разбоев на 47%, краж общее количество на 3%, в том числе краж автотранспортного средства на 17%, из садовых домов и дач на 7% и квартир на 3%. Полицейским удалось добиться снижения числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения. Уменьшилось число противоправных действий в общественных местах. Сотрудники ППС выявили на улицах муниципалитета более 23 тысяч правонарушений. По всем фактам были составлены административные протоколы. Всего нашему управлению в 2018 году привлечено к ответственности 2166 лиц. Этот показатель является одним из самых высоких по области, и нагрузка на одного сотрудника по привлечению лиц к уголовной ответственности составила более чем 2,1 преступник. При среднеобластном показателе 1,2. Активную работу полицейские вели и в сфере миграции. Было выявлено почти 7 тысяч нарушений в этой области. 871 иностранный гражданин получил наказание выдворения с территории Российской Федерации. На учет в органы внутренних дел было поставлено более 100 тысяч иностранцев. Это на 36% больше, чем в 2017 году. С хорошими показателями завершили год и участковые. Им удалось раскрыть 875 преступлений. Личный состав участковой службы за январь декабрь прошлого года составлено 11237 административных протоколов. Рост на более чем на 1000 протоколов и на 10,6%. Нагрузка составила почти что 100 административных протоколов на каждого участкового в течение года. Более чем на 50% выросли показатели общей раскрываемости. Важную роль в этом сыграло внедрение системы видеонаблюдения. С ее помощью удалось раскрыть 74 преступления. По итогам 2018 года межмуниципальному управлению МВД России Одинцовская удалось добиться хороших показателей. В целом работа полицейских была признана удовлетворительной.